Всем привет, вы на канале Steven Games, и сегодня я продолжаю играть в игру Shadow Fight 2, и мне выпал один ящик. Что в нем находится, я не знаю. Также я получил пятый дан, поэтому мы можем сыграть на новом боссе, как я полагаю. И это очень круто. Что ж, давайте посмотрим, что выпадет мне в этом ящике. Я думаю, многие уже догадываются, что именно, потому что ящик галеный немножко. Хотя нет, выпадает три сферы, два ключа, еще один ключ куда-то и 7 рубинов. Отлично, ладно, получаем и новый пятый дан. Да, я это уже видел заранее, потому что мне написало, что я не достиг какого-то, в общем-то, результата, и поэтому мне не выдали ящик. Ну да, в последнее время я очень мало играл, а это ящик еще за предыдущие результаты. Окей. В общем, как-то так получается. На данный момент у меня есть один ключ, и мы можем сыграть на Фатум. Я думаю, что сейчас мы это сделаем. Я, честно говоря, не знаю, получится у меня это сделать или нет, но я предполагаю, что здесь играют реально нормальные люди. В этом рейде в каждом раунде будут действовать случайные правила. Окей, сенсей, без проблем. Случайные правила, это ж, наверное, хорошо. Я уверен в этом. Смелость ваша сравнивается лишь с глупостью, но я знала о вашем приходе. Ведь вы мой рок, а я ваш. И я перепишу ваши судьбы навсегда. Хорошо, Фатум, без проблем. Осторожней, герой. Привычные тебе законы мироздания перестают работать на такой глубине. Все равно держи мальчишку в узде, я знаю о ваших судьбах все. Кто вы и куда идете, расскажу вам, кто погибает в конце. Все уже сражаются, я читаю. Ну да, так всегда и получается. Мне кто-то писал в комментариях под предыдущим роликом, что на Фатум лучше всего играть кусаригамой. Да, я хотел от нее избавиться, но, блин, мне написал человек, что лучше играть именно ею. Поэтому в самом начале я получаю люлей. Не забывайте, ребят, играю я против Фатум первый раз, и поэтому, как вы сами понимаете, мне еще надо понять, как она движется и что она из себя представляет, эта зараза. Получай, отлично. Я думаю, это не я первую полоску снял, поэтому... Блин, она еще исчезать, я смотрю, любит. Ну-ка, получай. Так, она где-то здесь. Блин, смотрите-ка, с другой стороны появилась. Ну да ладно, Фатум довольно легкая. Я бы не сказал, что ее очень сложно таки победить. И да, урона я нанес немного. 498, но это при том, что у меня не было ярости бури. И, кстати, здесь было написано, что нужно играть там с рандомными какими-то правилами. У меня почему-то никаких вроде как правил не было. Хотя давайте посмотрим. Кстати, нахожусь я на 4-м месте, и это не так уж и плохо. Давайте нажимаем бой, и сейчас я нажму на паузу, посмотрю, что же от нас требуется. Без блоков. А, нам пишут, в самом начале нам пишут, я этого просто в предыдущий раз не заметил. Ну да ладно. Что ж, главное, что мы заметили это сейчас, и... Да, на мне не действуют же блоки. Да. Я забыл про это. Ты не там машешь, она уже с другой стороны, по-моему. Блин, надо откат сделать. Ага, спасибо за откат. Блин, да куда ж ты делаешь, женщина? Так, отклоняем. Удар, получай. Все, хорошо. Все сработано на все 100. Давай, дотягивайся. Блин, практически. Что такое? Все-таки меня прикончили. 16 секунд еще оставалось, и я нанес около 200 урона максимум. 200 уронов это максимум, 85, это вообще жесть. Но что поделать, чего-то надо начинать. Итого у меня в сумме где-то около 500 урона за 2 боя. Ну да, это хреновенький результат. Тем временем Фатум мне начинает нравиться все больше и больше. Особенно тиммейты, которые мне попались. Они довольно интересные, они каждый наносит урон. И некоторые за 2, приблизительно 3 боя уже нанесли около 2000 урона. Неплохо. Давайте мы зайдем в бой и наконец-таки добьемся результатов 1000 урона хотя бы. Да, вы можете сейчас некоторые... Такие, блин, раскаленная земля, да ладно. Некоторые шум слышать, это все из-за того, что жуткий ветер. И с этим я поделать ничего не могу. Так, тихо. А, раскаленная земля, прыгать надо. 12 секунд всего дается на это. А, ну хотя 12 секунд это получше, чем 7. Поэтому я бы не сказал, что все настолько уж плохо. Отлично, мы теперь можем даже найти Фатум. Блин, она с другой стороны. Ё-моё, получай. Магией, вот так вот. Дальше зачарование, еще добиваем, пока есть возможность. Блин, фу, дерево сработало, ребята. Это мое спасение. Просто я думал, что даже оно не сработает, и я просто-напросто проиграю. Но нет, мы выдержали, мы выстояли. И это где-то около
400 урона, да ладно, 340, окей. Фух, неплохо, неплохо. Мне казалось, что все будет гораздо хуже, и 1000 я не накоплю на фатум вообще. Но нет, я нахожусь на 7-й строчке, а 7-я строчка это просто ужас. И да, блин, первый раз играя на фатум, конечно, все выглядит очень-очень жестко. Я просто рад тому моменту, что все играют просто отлично, но есть небольшой минус. Минус в том, что я не получу ключ на следующего босса, я не помню, как его зовут, да, если честно, я забыл. Но, блин, это очень плохо, поэтому надо как-то это изменить. Давай магию пускай, блин, отлично. Точнее, не магию, а шарики эти, сферы. Но, блин, навряд ли они мне, конечно, помогут, но я надеюсь на это. Джойстик, когда я держал тебя правильно, почему ты не сработал? Так... Отлично, ты где-то здесь, стопудово. Хотя, давайте-ка посмотрим по сфере. Но я промахнулся. Я промахнулся, но зато определил, где она находилась. Но в этом-то и проблема. Я нанес два заряда сферой. 150 того получил урона, 361 набил, итого 511 в сумме. Но мне навряд ли выдадут ключ за 511 урона. Мне почему-то так кажется. И сейчас как раз-таки остается 1130 урона, и я в игре уже, по сути, не участвую. Раскаленная земля. Ну, ничего страшного, не впервой. Блин, вот это да. Первый урон и такой жесткий. Так, тихо. Тихо. Блин, ну я хочу попасть по ней хотя бы один раз до того момента, как прыгать. Да блин, что ты стала тут рядышком? Ёшкин кот. Ненавижу, когда фатум рядом находится, потому что я попасть по ней не могу. Не нахожу ее просто-напросто. Так. Давай прыгай ты. Во, отлично. Где она? Тут где-то какие-то искры проходят, но где она именно находится, я вообще не понимаю. Отлично, вот она. Получай. Встаешь. Победа. Счет 1-0. Ну, в целом мы победили. Оставалось 10 секунд. Я получаю 6934 кубка. Получаю 3 средних сферы, не знаю, как они правильно называются, и ключ к следующему боссу. Это просто жесть, ребят, и я рад этому. Я очень сильно этому рад. Да, прошло всего лишь 9 минут. 9 минут, это очень мало. Но в целом мы добились того, что победили фатум с первого раза. Я знаю, человечество, вы ходите по спирали, я видела это уже не раз, саморазрушение и увядание. Ничто не изменит этого, такова ваша судьба. Создатель плетет нити, судьбы более умело, чем я. Он проверяет вас. Ему нужен достойный соперник. Иди же, человек, испытай на себе его гнев. Архас это создатель? Да, к нему у меня как раз таки есть ключ. Но мы к нему вернемся уже в следующей серии. А на этот раз я хочу еще раз сыграть, я даже не знаю, на Фунгусе, либо на Вортексе. Давайте сыграем на Фунгусе, потому что мне в любом случае нужно получить ключ к Вортексу, и это сделать очень-очень сложно, потому что на Фунгусе-то я чувствую себя каким-никаким-то королем, потому что тут чаще всего играют люди с четвертым даном, некоторые, конечно, читеры, некоторые нет, но в целом это, кстати, говорит о том, что выигрывать мы здесь сумеем. Насчет всего остального я не уверен на все 100. Поэтому давайте я сейчас посражаюсь с Фунгусом, получу ключ на Вортекса, и мы сыграем еще раз на Вортексе. В общем, какая-то такая вот непонятная тема. Что ж, ребят, наконец-таки я победил Фунгуса, да? И я вроде как занял первую строчку. Я надеюсь на это. 3051 урон. Победи в финальной битве, чтобы получить награду. Один раз пришлось воспользоваться средней сферой, чтобы наконец-таки 100% добиться первого результата, потому что я уверен был на 100%, что все пользовались сферами, и поэтому пришлось немножко поднажать. Ну а в целом давайте посмотрим, что мне выпадет сейчас в ящике, если, конечно, я одолею Фунгуса, а я это сделаю, потому что Фунгус, он не настолько сложный, особенно когда против него играешь Кусаригамой. Я думаю, многим уже надоело Кусаригама, но что сделать, если боссы поддаются именно под это оружие? Я не знаю, почему так происходит, но вы посмотрите, как у меня красиво летал Фунгус и как его добило мое зачарование. 7551 кубок я получаю. Ну и давайте глянем, что мне выпадает в ящике. Две средних сферы, одна обычная сфера и один ключ. В целом я остался в плюсе, и это самое главное. И наконец-таки последний босс, которого я хотел бы сегодня одолеть,
это Vortex. Да, я думаю, что будет не так уж и легко, но в целом мне кажется, что мы справимся. Жмем выход, нажимаем на Vortex, забираем ключ для Fatum и на этом завершаем битву. Бойня с Vortex, отлично, началось. Ну и что ж, я пока что врубаю обычные заряды. Мне кажется, в этом битве мне не потребуются заряды средние, потому что я в любом случае здесь не пытаюсь зайти на первую строчку. Плюс я выбрал не то оружие в самом начале. Мне кажется, что Vortex все равно легче победить, конечно же, серпами, но никак не пузыри гаммы. Все-таки, блин, Vortex все время находится вблизи, и вот это меня напрягает больше всего, потому что, ну, попасть по нему с помощью пузыри гаммы довольно сложно, и это происходит очень часто. Блин, вот вы видите, да, наношу не сразу же урон, а когда я наношу, наносится не так уж и много урона, что немного огорчает. И вот здесь вот только что я потратил свою магию, к сожалению. Так, наносим еще немного урона по Вортексу. Еще добиваем немного, остается 6 секунд. Главное выдержать. Давай, бей. Отлично, вставай, получай еще немного урона. Время окончено. Сколько урона я наношу? Надеюсь, больше 500. 458. Можно было, конечно, воспользоваться сферой, но я не стал этого делать. Остается 13 секунд. Давай, добивай его. Блин, он магию швыряет. Я тоже, но только промахнулся, а он нет. Блин, фу, отлично. Я-то думал, мне сейчас хана будет. Нет, ты меня не ударишь. Блин, 2 секунды. 2 секунды оставалось и... у меня полностью слетело все здоровье. 297 урона я наношу. Надеюсь, у меня есть хотя бы 2000. 2000 урона. И я, конечно же, остаюсь в победителях. Да, отлично. Четвертое место это не очень, конечно же. Но мы получаем еще один ключ к Fatum. И меня это радует. Потому что в целом в следующем ролике мы сыграем тогда уж против двух боссов. Еще против одного. Имеется в виду против Fatum. Ладно, давайте попробуем победить. Vortex, давай иди сюда. Vortex, блин, что ж ты прыгаешь? Ё-моё, не даешь урон нанести. Так, отлично, отошел. Отошел от меня подальше. Тихо, ты ж больно делаешь-то, а? Ё-моё. Так, еще немного урончика и добиваем магии. Победа. Да, все-таки добила зачарование, а не магия, но в целом получилось просто все потрясно. Я получаю еще две сферы, средних сферы, и ключ к Fatum. Да, к Fatum, по-моему, все правильно. Что ж, и какое место я занимаю на данный момент, поиграв приблизительно только 30-35 минут от силы. Что ж, ну и я занимаю 23-ю строчку. Чтобы получить новый дан, мне нужно быть хотя бы на 6-м, так, на 15-6 месте, тогда я получу 6-й дан. Ну и на первом месте я никогда не окажусь, потому что я столько играть точно не буду. Ну а в целом мне понравилось, до конца сезона остается только 12 часов, ну и ладно. И я надеюсь, вам понравилось сражение с Fatum. На этом все, всем спасибо за просмотр, если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!